Здравствуйте, а сегодня не будете сыраешь? Здравствуйте, сегодня не будет самостоятельно, да? А на следующий раз будет совместно с этой темой. В следующий раз будет. Понятно, спасибо. Итак, мы сегодня с вами рассматриваем... Здравствуйте тем, кто не был сегодня на лекции. Мы сегодня рассматриваем поверхностный интеграл первого рода. Поверхностный интеграл первого рода тема. А в прошлый раз не такая же была суть? В прошлый раз был криволинейный интеграл, а сегодня поверхностный. Первая задача. Вот такой поверхностный интеграл от функции xy плюс yz плюс zx ds. Мы бы хотели посчитать, где s – это поверхность конуса, то есть z равно корень квадратный из x квадрат плюс y квадрат. А лежащее внутри множество вот такого. X квадрат плюс Y квадрат меньше равно 2X. Ну, фактически это конус, поверхность конуса, лежащая внутри цилиндра. А элемент площади в декартовых координатах. Давайте посчитаем. ds. Это корень квадратный, как вы знаете, из dx по d как бы x, да, если мы считаем, что x и y у нас параметры в квадрате, умножить на dx по dy в квадрате минус скалярное произведение dx по dx на dx
по dy в квадрате. Теперь давайте, да, и умножить на dx dy. Умножить на dx dy. Давайте посчитаем. Значит, что у нас такое вектор x? Это задание нашей поверхности. Да? То есть x – это x, y – это наши параметры, а z задано как функция от x и y. Поэтому матрица Якоби dx по dxy будет выглядеть следующим образом. От первой координаты вектора x мы считаем производную по x и y. Значит, получается единица, 0. Да? dx по dx – это единица, dx по dy – это 0. От второй координаты вектора x считаем производную по x и y. Получается 0 и 1. И от третьей координаты вектора x, то есть от z, считаем производную по x и по y. Получается z' по x, z' по y. То есть вот первый столбец этой матрицы есть dx по dx, а второй столбец этой матрицы есть dx по dy. Ну и теперь подставляя это в формулу для элемента площади, мы получим следующее. Модуль dx по dx – это единица плюс z'x в квадрате. Модуль dx по dy – это единица плюс z'y в квадрате. Ну и скалярное произведение получается равно просто z'x на z'y в квадрат возводим. Получается z'x в квадрате на z'y в квадрате. Под корнем dx dy. Значит, равно, если мы скобки раскроем, получится корень квадратный, единица плюс z'x в квадрате плюс z'y в квадрате dx dy. У этой формулы есть наглядный геометрический смысл. Он состоит в следующем. Давайте, наверное, на новом слайде про него расскажу, потому что здесь уже места не осталось для рисунка. Смотрите, если мы в трехмерной системе координат x, y, z представим себе элемент поверхности, ну, то есть вот точка, лежащая на поверхности, какая-то малая ее окрестность, ну, то есть фактически это кусочек касательной плоскости. И к этому кусочку касательной плоскости проведем нормальный вектор, вектор нормали, да, который, как мы знаем, равен z'x, z'y минус 1. Да, это вектор нормали. Ну, исходя из того, что уравнение касательной плоскости мы можем написать, правильно? Вот, из уравнения касательной плоскости мы найдем вектор нормали. Отсюда мы получаем вот такой замечательный результат. Значит, если мы посмотрим на, вот у нас касательная плоскость, посмотрим на угол, который касательная плоскость составляет с плоскостью xy. Вот я провожу как бы так вот, да, чтобы было понятно, что вот угол альфа я беру. И посмотрим на проекцию этого элемента площади на плоскость xy, то, как мы знаем из элементарного курса, из школьного курса геометрии, вот этот элемент площади ds связан с элементом площади dx, dy, получается, да, то есть как проекция. Такой формулой ds равно dx, dy разделить на косинус альфа. Ну и на самом деле, если мы вычислим альфа по-честному, исходя из того, что у нас есть координаты вектора нормали, да, мы можем посчитать угол альфа как угол между двумя векторами, то есть ось z и вектор нормали. Да, понятно, что угол альфа – это есть угол между вектором нормали и осью z. Косинус угла посчитаем между двумя векторами, и у нас получится как раз отсюда, что косинус альфа – это и есть 1 разделить на корень квадратный из единицы плюс z'x в квадрате плюс z'y в квадрате. Ну, то есть тем самым вот та формула для ds приобретает наглядный геометрический смысл. Она вполне согласуется с тем, что вы знаете из школьного курса геометрии про площадь проекции, ну, про соотношение площади на, скажем, площади множества на плоскости, да, с площадью проекции этого множества на к-
координатной плоскости x, y, например. То есть есть некое множество, лежащее на касательной плоскости. Это малая окрестность нашей точки на поверхности. И есть проекция этого множества на плоскости x, y. И если в проекции у нас элемент площади – это dx, dy, а на поверхности элемент площади – это ds, то они соотносятся друг с другом через косинус угла вот таким образом. А косинус угла можно найти как угол между двумя векторами. Да? И получается та же самая формула. Получается вот та формула, которую мы получили только что. Да? ds равно, вот, получили аналитически. Так. Ну и теперь давайте вернемся, собственно, к той задаче, которую мы должны решить. Здесь мы тоже можем рассуждать геометрически. Мы понимаем, что конус получается как? Давайте мы его получим. Конус получается вращением графика z равно модуль x, скажем, или z равно модуль y вокруг оси z, да, вот. Вот так наш конус будет выглядеть, правильно? Ну, конус заданный вот таким уравнением. А поэтому угол наклона, то есть если мы возьмем какую-нибудь точку на конусе и посмотрим на касательную плоскость и найдем угол наклона этой касательной плоскости к плоскости xy, то мы заметим, что угол наклона альфа постоянный, да, для конуса, он равен π на 4, очевидно. А исходя из этого, мы можем заключить, что ds, то есть косинус альфа, да, давайте здесь косинус альфа напишем и будем писать ds. Косинус альфа – это будет корень единицы делить на корень из двух. Вот. Ну или по-честному, мы можем, имея выражение z равно корень из x квадрат плюс y квадрат, посчитать его частные производные, да, z штрих по x, это x разделить на корень из x квадрат плюс y квадрат, и z штрих по y, это y разделить на корень из x квадрат плюс y квадрат, посчитать частные производные, и по-честному найти, что ds, это есть корень квадратный из единицы плюс x квадрат плюс y квадрат, это z штрих по x квадрате, да, плюс y квадратный x квадрат плюс y квадрат, это z штрих по y квадрате. Ну и вычислив, приведя к общему знаменателю, да, мы заметим, что это как раз и есть, да, я забыл, умножить на dx dy, естественно. Вот. Ну и приведя к общему знаменателю, можем заметить, что это как раз и есть корень из двух, умножить на dx dy, в полном соответствии с тем, что мы заметили без всяких формул. Да, просто пользуюсь свойством, ну, геометрии конуса, скажем так. Теперь, возвращаясь к нашему интегралу, мы можем туда подставить вместо элемента площади вот это выражение элемента площади через элемент площади. То есть это элемент площади поверхности, поверхности конуса, а это dx, dy, это элемент площади плоскости xy, да, dx, dy получается. Подставив это, мы можем написать, давайте напишем, вот у нас наш интеграл, давайте я здесь вот такой значок применю, вот, равно, ну и, видимо, это уже нужно перенести на третий слайд, потому что здесь уже тоже места нету, значит, равно будет интеграл двойной по области g, по области в плоскости xy от вот этой вот, вот этого выражения, xy плюс yz плюс zx умножить на ds, то есть умножить на корень из двух dx dy. Далее, каково множество g? Множество g задано фактически вот этим вот условием. Давайте мы напишем. Значит, множество g задано вот таким неравенством x квадрат плюс y квадрат меньше либо равно 2х. То есть на плоскости xy, да, это на плоскости xy, получается вот что. Ну, давайте, может быть, сначала еще аналитически. Вот 2х я принесу налево, прибавлю единицу, да, и у меня получится уравнение неравенства, которое задает. Вопрос. Квадрат плюс y квадрат меньше равно 1. Слушаю.
Почему перешли от к же такому? У нас раньше было z, ну вот этот корень, теперь мы перешли к же, x квадрат плюс y квадрат меньше или равно 2x. Это к двумерным координатам, грубо говоря, перешли. Или как понять? Смотрите, S – это поверхность. Поверхность задана в трехмерных координатах x, y, z вот таким уравнением, где x и y удовлетворяют вот такому неравенству. Понимаете логику? Понял. Вот. Соответственно, множество g – это есть множество всех x, y, удовлетворяющих такому неравенству. То есть множество на плоскости x, y, да, которое вот проецируется с помощью этой формулы на поверхность S. Так, значит, это будет круг, да, круг с центром в точке 1, 0 и радиусом единица. Вот такой круг. Но тут возникает вопрос, как рационально посчитать интеграл. Наверное, с учетом того, что z равно корню из x квадрат плюс y квадрат, наверное, проще всего будет перейти к полярным координатам. Да, то есть вот сюда мы должны подставить еще ведь z. То есть будет двойной интеграл по g x, y плюс, получается, x плюс y выносится на корень из x квадрат плюс y квадрат. А корень из двух можно вынести наружу. Вот, dx, dy. Ну и, наверное, самый рациональный путь вычисления этого интеграла – это перейти к полярным координатам. Давайте мы это так и сделаем. Вот, возьмем полярные координаты. X равно r косинус фи, y равно r синус фи. Тогда в полярных координатах, вот это множество g, да, которое в декартовых такое, в полярных будет определяться неравенством r квадрат меньше либо равно 2r косинус фи. Ну, то есть на r сокращается, получается r меньше либо равно 2 косинус фи. То есть в полярных координатах мы получаем область h, скажем, назовем ее, если это будет фи, это будет r. Мы видим, что фи должно быть от минус пи на 2 до пи на 2. Ну, это видно либо по тому, что мы явно построили множество g, либо по просто вот этому неравенству. Понятно, что косинус фи должен быть не отрицательной величиной, а значит, фи должно быть вот в этом промежутке. Значит, фи должно быть от минус пи на 2 до пи на 2. И r ограничено нулем. Да, во-первых, r больше или равно нуля всегда. А во-вторых, r ограничено графиком функции r равно 2 косинус фи. Вот. И вот получается множество в полярных координатах, множество h. Да, то есть получается, что вот интеграл по множеству g мы преобразуем в интеграл по множеству h, корень из двух двойной интеграл по h. Значит, здесь будет подставляем полярные координаты. Можно сразу заметить, что r квадрат из скобки вынесется, потому что x, ну, то есть однородная функция от x, соответственно, r тоже будет выноситься, однородная функция второй степени. R квадрат выносится. Здесь получается косинус фи, синус фи. Здесь получается просто косинус фи плюс синус фи. И dx, dy это будет r, dr, dφ. Ну и теперь преобразуем интеграл в повторный в полярных координатах. Значит, это будет корень из двух на интеграл по фи. Значит, интеграл dφ от минус π на 2 до π на 2 мы напишем снаружи. Здесь же наружу, получается, можно вынести вот этот множитель, который не зависит от r. То есть, ну, можно, скажем, его к виду преобразовать, что это 1 вторая, или не преобразовывать. А косинус φ, синус φ плюс косинус φ плюс синус φ на интеграл от 0 до 2 косинус фи
R в кубе dr. R в кубе dr. Ну, внутренний интеграл мы вычисляем. Значит, на новый слайд опять перехожу. Равно. Внутренний интеграл мы вычисляем. Внешний интеграл остается пока. Значит, здесь будет вот все это выражение. Косинус фи, синус фи плюс косинус фи плюс синус фи. Умножить, значит, здесь будет r в четвертой на 4, и подстановка нам дает 16 косинус в четвертой фи разделить на 4, да, интеграл d фи. Ну и вот в этих задачах мы будем считать, что нашей целью является привести интеграл к обычному интегралу одномерному по отрезку. Значит, если мы привели интеграл к одномерному интегралу по отрезку, то на этом можно считать задачу решенной. Ну, на самом деле этот интеграл дальше довольно легко тоже вычисляется, но просто не хочется тратить на это еще такое дополнительное время, потому что дальше много других интересных задач. Значит, смотрите, здесь, ну, мы его разобьем на три интеграла. В первом интеграле мы заменяем косинус. Во втором интеграле у нас получается косинус в пятой, и в этой ситуации мы должны заменить синус. Вот, и в третьем интеграле мы снова заменяем косинус. Вот, то есть, в принципе, он несложно вычисляется, но еще минуты 3, 4, 5, да, и мы бы его посчитали, но не хочется тратить на это время. Так, поэтому то же самое правило у нас будет работать на самостоятельной, то есть, если у нас поверхностный интеграл, то целью является приведение его к обычному однократному, одному одномерному интегралу, да, по отрезку. На этом, получается, мы задачу оставляем. Мы ее считаем, что это мы считаем, что мы умеем вычислять, и как бы при желании можем завершить. Есть еще вопросы по первой задаче? У меня есть вопрос. Можешь перенесуть на второй слайд? Я как-то не понял, как мы высчитали интеграл z по x и z по y. Можете повторить, пожалуйста? Производную? Ну да, производная, я говорил. Производная сложной функции, Демид. Это x квадрат плюс y квадрат в степени 1 вторая. Да, производную внешней функции по внутреннему аргументу умножить на производную внутреннего аргумента по x. Ага. А к чему мы рисовали цилиндр тогда, чтобы показать, что это можно... Это называется. Какой это конус? Ну, потому что вот это уравнение, вот, да, вот это уравнение задает вот такой конус. А нарисовал конус я за тем, чтобы показать, что с помощью вот такой вот геометрической формулы я могу вычислить элемент площади проще, да, не без всей этой аналитики. Просто заметив, что в каждой точке элемент поверхности конуса наклонен под одним и тем же углом к плоскости x, y, под углом π на 4. Вот, поэтому вот здесь будет постоянная величина. Косинус альфа постоянная, да? Она будет равна единице на корень из двух. Ну и, соответственно, вот это соответствует тому, что мы получили. Понял, спасибо. Так, следующая задача, номер два. Вот такая. Требуется вычислить поверхностный интеграл от функции x квадрат плюс y квадрат плюс z ds, где s – это полусфера, то есть это сфера, ну, часть сферы, соответствующая z больше либо равно нуля, верхняя полусфера. Опять же, можно заметить, что для сферы косинус альфа определенным образом связан с z. Ну, можно этого и не заметить, давайте просто по-честному посчитаем. Z равно корень квадратный из единицы минус x квадрат минус y квадрат. Вот. И мы можем вычислить, да, отсюда, что z штрих по x это минус x разделить на корень из единицы минус x квадрат минус y квадрат. И z штрих по y, это, соответственно, минус y
разделить на корень из единицы минус x квадрат минус y квадрат. Ну и дальше, вычисляя элемент площади, то есть корень из единицы плюс z штрих по x в квадрате плюс z штрих по y в квадрате dx dy, мы можем написать, что это корень квадратный из единица плюс x квадрат плюс y квадрат, да, записав сразу, сложив эти две дроби. Вот, ну, если привести к общему знаменателю, то выяснится, что там просто останется единица, то есть будет dx dy разделить на корень из единицы минус x квадрат минус y квадрат. Вот. То есть мы получаем, что косинус альфа для сферы равен просто z. Да? Косинус альфа будет равен z для единичной сферы. Но это можно получить и чисто геометрически тоже. Косинус альфа будет равен z. То есть мы получили равно dx dy разделить на z. Да, по-другому можно переписать. Так, теперь возвращаемся к нашему поверхностному интегралу и записываем его как двойной интеграл. Значит, это двойной интеграл по множеству g от функции, которую мы хотим проинтегрировать по сфере. Значит, здесь z теперь это будет корень квадратный, да, то есть из уравнения сферы мы должны подставить корень квадратный из единицы минус x квадрат минус y квадрат. А ds, то есть на dx dy, разделить на тот же самый корень квадратный. Далее, множество g. Множество g – это есть проекция нашей полусферы на плоскость xy. То есть множество всех точек xy, да, которые мы рассматриваем как параметры. Понятно, что множество g будет задаваться следующим неравенством. X квадрат плюс y квадрат меньше либо равно единице. Но это неравенство сразу вытекает из уравнения сферы, потому что величина z может быть произвольной, правильно? Но z квадрат всегда больше либо равно нуля. Вот, поэтому если мы это учтем, то получим сразу вот такое неравенство, которое нам определяет множество g. То есть это будет единичный круг плоскости xy, единичный круг центров в начале координат, да, в плоскости xy. Ну и поэтому, опять же, чтобы посчитать этот интеграл, наверное, разумно перейти к полярным координатам, то есть r равно косинус фи, извините, что я пишу вообще. А вопрос есть? Давайте. А вот проекцию мы просто прикинули, как вы, ну, что это сфера и ее проекция – это круг, или ну, как это аналитически это можно вести? А я же только что сказал, как это аналитически можно сделать. Смотрите, z у нас может быть любым числом, правильно? А, да. Вот, поэтому, но z квадрат больше либо равно нуля, да, вот, вот это вот слагаемое, z квадрат больше либо равно нуля. Поэтому получается, что x квадрат плюс y квадрат меньше либо равно единице. Вот и все. Окей, спасибо. То есть и обратно, да, и обратно. Если x квадрат плюс y квадрат меньше либо равно единице, то найдется такое z квадрат, чтобы в сумме было равно единице. Да, то есть вот оно равносильно одно другому. Ну и теперь подставляем полярные координаты в наш интеграл. Можно вопрос? Давайте. Я просто как-то не смог понять переход. Как мы вот от корня, когда вычисляли ds, общего перешли к dx поделить на z? Dx, dy. Ну вот это dx, dy поделить на корень. Это предпоследний переход, да. Ну, Демид, ну смотрите, ну вот здесь вот к общему знаменателю давайте приведем. Вот это единичка, да? А, это просто к общему знаменателю? Ну, не конечно. Просто у нас в числителе единица останется, видите? В числителе в итоге единица просто получится. Хорошо, извините, что отвлек. Угу. Ну вот, теперь преобразуем этот интеграл к полярным координатам. В полярных координатах, очевидно, у нас будет область H, которая будет просто прямоугольником, да, то есть R будет от нуля до единицы. То есть это обычный круг с центром в начале координат, поэтому тут все довольно очевидно. Фи от нуля до 2π. Вот. И в полярных координатах мы получим интеграл, значит, равно двойной интеграл по h
Так, что здесь у нас будет? X квадрат плюс Y квадрат – это R квадрат. Плюс единица минус, соответственно, здесь будет корень из единицы минус R квадрат. Умножить. Dx, dy преобразуется в R, dr, dφ. Якобиан равен R. Да? И в знаменателе тоже получается корень из единицы минус R квадрат. Теперь мы можем заметить, что это интеграл, что подинтегральная функция не содержит вообще зависимости от угла фи, поэтому по фи мы можем сразу проинтегрировать. Ну, давайте, хорошо, давайте это сделаем не сразу. Значит, вот у нас останется интеграл от 0 до 1 dr от всего этого выражения, да? Умножить на интеграл от 0 до 2π dφ. Вот, я привел наш двойной интеграл к повторному. Ну, понятно, что вот этот интеграл dφ, он просто будет равен 2π. Это 2π будет множитель, то есть равно 2π умножить на интеграл от 0 до 1 r квадрат плюс корень из единицы минус r квадрат r dr на корень из единицы минус r квадрат. Ну, опять же, этот интеграл вычисляется несложно. Чтобы его посчитать, можно сделать замену t равно единице минус r квадрат. Да? У нас как раз вот здесь фактически написано dt, ну, только множителя не хватает, dt делить на корень из t. Вот. То есть, ну, видимо, там все будет через t выражаться, и все получится несложно. Вот. Но, тем не менее, как я сказал, к однократному интегралу свели, значит, ну, на этом можно остановиться. Так мы будем для себя считать. Так, есть ли еще вопросы по этому примеру? А можно, если не сложно, быстро, кратко просто прокомментировать, что мы делали сначала? Вот. Какая зависимость хотели какую-то найти? А какую-то зависимость? Вы сказали, вот... Я сказал вот о чем, что вот это вот ds равное dx, dy делить на z мы можем получить, исходя из геометрических соображений. Это вы имеете в виду? Да. Но я про это не рассказывал, я только сказал, что можем получить. Вот, но если хотите, вот, смотрите, это несложно получается. Вот давайте представим себе сферу, но я буду ее изображать просто окружностью. Вот у нас есть ось z, вот у нас здесь есть плоскость xy. Ну и на сфере мы возьмем какую-то точку, да, естественно. И вот у нас в окрестности этой точки есть элемент площади. Берем касательную плоскость, проводим, вот она касательная плоскость будет проходить, да, вот как-то так. И вот у нас будет здесь угол альфа. Угол альфа. Значит, нам нужно вычислить величину вот этого косинуса альфа. Ну, давайте просто из начала координат пропустим радиус в эту точку. Понятно, что мы тогда получим вот здесь прямоугольный треугольник. И рассматривая этот прямоугольный треугольник, возьмем в нем угол бета. Понятно, что косинус альфа будет равен синусу угла бета, да, с одной стороны. А с другой стороны, угол бета мы можем найти так. Мы можем опустить вот из этой точки перпендикуляр на плоскость xy. И понятно тогда, что, ну, в том же самом прямоугольном треугольнике, ясное дело. Вот, и понятно тогда, что величина этого перпендикуляра есть z, да, а гипотенуза вот в этом маленьком прямоугольном треугольничке есть единица. Поэтому вот из этого маленького прямоугольного треугольничка получается, что синус бета равен z. Ну и вот, да, косинус альфа равно z, соответственно. То есть это дополнительно объясняет вот эту формулу. То есть, вообще говоря, здесь будет dx, dy разделить на косинус альфа. Но у нас косинус альфа получился вот так вот. Да, соответственно, вот мы получили вот так. То есть эту формулу можно получить как аналитически, вообще не касаясь никакой геометрии, так и чисто геометрически, исходя вот из таких наглядных свойств сферы. Так. Понятно, спасибо. Теперь... Ну, давайте к следующему примеру перейдем, да? Номер 3.
Вот такой двойной интеграл от произведения xyz ds, где поверхность S – это часть конуса, но конус здесь задан как z квадрат равно 2xy. Соответствующее z больше либо равному нуля, лежащее внутри цилиндра. Значит, лежащее внутри цилиндра, но я сразу запишу в виде неравенства. То есть получается, что x квадрат плюс y квадрат должно быть меньше либо равно единице. Ну, что тут можно сказать? Давайте, наверное, посчитаем ds. То есть посчитать здесь ds, так как мы делали геометрически в предыдущих задачах, неудобно, потому что здесь этот угол не будет, угол альфа, не будет постоянным. Да? Хоть это и конус, но там другая ось, понимаете? Он по-другому располагается. Вот, то есть этот угол не будет постоянным. Этот угол с другой плоскостью получается. Вот, поэтому здесь все-таки придется считать аналитически. То есть здесь нет очевидного преимущества геометрического представления по сравнению с аналитическим, да, поэтому давайте посчитаем аналитически. Ну, я могу дифференцировать, не переходя к корням, я могу дифференцировать непосредственно вот это уравнение, так иногда бывает проще. Значит, 2z, z штрих, да, я могу z штрих по x посчитать, вот получается справа 2y, и дифференцируя по y, я напишу, что это 2z, z штрих по y равно, получается, 2x. Да, и отсюда я получаю z штрих по x и z штрих по y. Вот, значит, отсюда я нахожу ds, то есть это корень квадратный из единицы плюс z штрих по x, это y делить на z, то есть y квадрат на z квадрат, потому что в квадрате, плюс z штрих по y, то есть x делить на z, опять же в квадрат возводим, dx dy равно, приводим к общему знаменателю, получается корень квадратный x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат, разделить на корень из z квадрат, но z у нас только положительное рассматривается, значит просто на z, dx, dy. Далее, вместо z квадрат на нашей поверхности, то есть z это не просто третья координата, а z связано уравнением, да, мы находимся на поверхности, мы считаем элемент площади на поверхности. Вот, поэтому z мы сюда должны подставить из уравнения поверхности. То есть z квадрат равно 2xy. Значит, подставляя это, мы находим в числителе, получается вот такое выражение. Вот, то есть извлекаем корень, получается, что в числителе модуль x плюс y, ну, получается, делить на z, где z равно, да, корень из 2xy, dx, dy. Вот такое получается у нас выражение для элемента площади. Теперь возвращаясь к поверхностному интегралу. Подставим... Извините, а можно глупый вопрос? А почему знаменатель? Почему знаменатель не подставить? А, почему я в знаменатель не поставил? Ну, мог и подставить, но я просто вижу, что у меня здесь z, оно сейчас сократится. Понял, спасибо. Вот, то есть, ну, формально, да, формально я должен был подставить знаменатель z, конечно, тоже выражение, корень из 2xy. Вот, давайте подставим ds в интеграл, значит, у нас получится двойной интеграл по области g, и мы видим, что у нас z сокращается, получается просто xy умножить на модуль x плюс y dx dy. Далее, что такое множество g? Тут оно не настолько тривиально, как можно там, подумать по сравнению с предыдущей задачей, скажем, потому что здесь еще есть одно неявное условие на x и y. То есть помимо того, что x и y удовлетворяют такому неравенству, то есть мы находимся внутри цилиндра, да, как сказано в условии задачи, еще есть условие, которое следует из самого уравнения поверхности. Z квадрат равно 2xy, то есть произведение xy должно быть положительным, ну, не отрицательным. Вот, поэтому помимо того, что у нас есть круг, у нас есть еще условие xy положительно, то есть значит у нас есть
две четверти, да? Либо первая четверть, либо третья четверть круга. Поэтому множество G разбивается в объединение G первого с G вторым. Ну, я пишу дизъюнктное объединение. Понятное дело, что я могу выкинуть вообще начало координат. Да, множество Жордановой меры 0 мы можем не рассматривать при интегрировании. Могу выкинуть начало координат, да, и тогда у меня будет все нормально разбиваться. А, ну, скажем, вот это пусть будет G1, а вот это будет G2. Понятно, что тогда мой интеграл в силу симметрии его. Да, понятно ведь, что функция, которая под интегралом записана, как xy, так и модуль x плюс y, симметрична относительно одновременной смены знака у x и y. Да, то есть, когда мы точку xy преобразуем в точку минус x минус y. Одновременная смена знака. Понятно, что эта функция переходит сама в себя. И наша область, да, переходит при этом первая во вторую, вторая в первую. А, вот поэтому получается, что хотя вот здесь мы должны написать, что это есть интеграл по g1 плюс интеграл по g2, да, но в итоге эти два интеграла будут друг другу равны. Интеграл по g1 будет равен интегралу по g2 в силу симметрии подинтегральной функции, что подинтегральная функция переходит сама в себя. Ну, а область, понятное дело, тоже переходит сама в себя. А, поэтому это будет просто удвоенный интеграл по g1, скажем, да, а xy на модуль x плюс y. Ну, а здесь, кстати, можно от модуля уже избавиться, потому что в g1 модуль, ну, x плюс y положительно, да, то здесь можно просто написать x плюс y, dx, dy. Ну и, наконец, чтобы вычислить вот этот двойной интеграл, мы преобразуем его к повторному. Можно, опять же, что-нибудь тут замутить с полярными координатами, но полярные координаты, наверное, поднадоели. Давайте посмотрим, что будет в исходных декартовых координатах. А x у меня будет меняться от 0 до 1, y будет меняться, опять же, от 0 до корня из 1 минус x квадрат. Поэтому этот интеграл я представлю в виде, значит, равно 2 интеграл внешний будет от 0 до 1 по x, и внутренний интеграл будет от 0 до корня из 1 минус x квадрат по y, соответственно, от всей подинтегральной функции, да, то есть от xy на x плюс y dy. Ну, давайте внутренний интеграл посчитаем. А равно, значит, вот этот множитель x можно вынести сразу как постоянный наружу. Вот сюда, то есть, да? Вот, а внутренний интеграл по y посчитать, значит, у нас получится 1 вторая xy квадрат плюс 1 треть y куб в подстановке от 0 до корня из 1 минус x квадрат равно интеграл от 0 до 1. Вот, значит, что у нас получится? X на скобку, 1 вторая x на 1 минус x квадрат плюс 1 треть на 1 минус x квадрат в степени 3 вторых dx. Ну, по нашей договоренности задача с поверхностным интегралом, сведенная к одномерному однократному интегралу по отрезку, считается решенной. Вот поэтому с этим интегралом уже можно не заморачиваться. Но, говоря в скобках сугубо между нами, можно заметить, что этот интеграл считается очень легко, да, потому что вот первое слагаемое – это просто интеграл от многочлена будет, а во втором слагаемом, там, где x умножится вот на эту степень 3 вторых, мы можем x загнать под знак дифференциала и ввести новую переменную t, равную 1 минус x квадрат. И тогда тоже получается табличный интеграл. Вот. Но, тем не менее, мы его считать до конца не будем. Есть ли вопросы по этой задаче? Еще раз, до какого вида мы можем доводить и дальше не считать? Вот до такого. Не, ну, в общем случае, просто... Вот до такого.
Хорошо. Понятно, что X – это не обязательно буква X, да, понятно, да? Но с точностью до замены букв. Вот, то есть могут быть любые буквы. Вот, ну, А и Б, понятно тоже, что должны быть… А и Б должны быть конкретными числами, естественно, не буквами. А, вот, теперь следующий пример. Вот будет такой поверхностный интеграл от суммы x плюс y плюс z ds, где s – это, опять же, часть конуса вот такого x квадрат равно y квадрат плюс z квадрат, лежащая внутри цилиндра. Ну, и опять же, вот это условие внутри цилиндра запишу сразу в виде неравенства. То есть получается, вот такое у нас неравенство здесь будет. Вот. Давайте начнем с того, что разберемся, как выглядит поверхность S. Потому что здесь, видите, она задана как-то неочевидным образом. То есть, с одной стороны, видно, что как будто мы x и y должны принять за параметры, да? Как будто все должны представить как функцию x и y. Но в уравнении у нас, наоборот, x выражено. Но, правда, конечно, нам ничего не мешает, мы можем z выразить. Значит, z квадрат равно x квадрат минус y квадрат. Вот в таком виде представить, да? Вот. У нас здесь получается такая ситуация. Видите, что z... Ну, для тех случаев, где x квадрат минус y квадрат больше либо равно нуля, z определен неоднозначно. У нас два варианта получается. Z равно плюс корень и z равно минус корень. Ну, давайте, чтобы это было все более наглядно, мы это сейчас изобразим. Во-первых, множество g, то есть множество точек x, y допустимых. Какое будет? Ну, понятно, что вот это неравенство определяет круг с центром в точке 1,0. Но это еще не все. То есть вот у нас есть круг единичный с центром в точке 1,0. Но еще у нас есть ограничение, связанное с самим уравнением поверхности. То есть z квадрат должно быть больше либо равно нуля. То есть x квадрат минус y квадрат, да, модуль x, должен быть больше либо равен модулю y. Соответственно, у нас получается еще вот такая тут штука. Да, то есть я нарисовал y равно x и y равно минус x. И мы должны находиться внутри этого угла. То есть модуль x должен быть больше или равен модулю y. То есть вот оно получается множество g. Оно ограничено вот этим углом и кругом. А можно еще раз, откуда мы взяли эти прямые? А смотрите, z квадрат должно быть неотрицательной величиной, да? То есть x квадрат минус y квадрат. А, все, понял, спасибо. Равно нуля. А, вот, и понятно, что для каждой такой точки xy, которая лежит в g, z определено двумя способами. При этом z, да, будет равно плюс-минус корень из x квадрат минус y квадрат. То есть мы здесь сталкиваемся с ситуацией, которая у нас еще не была, мы ее еще не наблюдали, да, в предыдущих примерах. У нас получается, что z определено неоднозначно. То есть получается так, что мы должны разбить нашу поверхность на две части, да, чтобы z была однозначной функцией точки x, y. То есть получается, что наша поверхность двукратно накрывает вот эту область g на плоскости x, y. Сверху кусок поверхности и симметрично ей снизу. Симметрично ему, да, снизу кусок поверхности. Ну, кусок конуса. Вот. Можно себе представить, что песочные часы лежат. Да, вот. Это один кусок. Вот одна правая половинка конуса и еще над, в общем, над плоскостью x, y и под плоскостью x, y. Да, получается, что вот. Ладно, в общем, наверное, понятно. То есть я должен представить наш поверхностный интеграл как сумму двух поверхностных интегралов, иначе я z подставить не могу. Да? То есть это будет интеграл по поверхности S1
Ну, скажем, для случая, когда z больше нуля. Плюс интеграл по поверхности S2 для случая, когда Z меньше нуля. Ну а теперь можно посчитать элемент площади и перейти к вычислению, ну, к записи и к вычислению соответствующих двойных интегралов. Элемент площади. Для него мне нужны производные. Ну, давайте сначала производные. Начнем с производных. Опять же, я могу дифференцировать исходное тождество. Это удобнее, чем извлекать корень. 2z, z' по x равно 2x. Это я по x продифференцировал, да? И 2z, z' по y равно минус 2y. Это я по y продифференцировал. Ну, соответственно, теперь ds – это корень квадратный единица плюс z' по x, то есть x в квадрате на z в квадрате, да, z штрих по x в квадрате, плюс y в квадрате на z в квадрате, это, соответственно, z штрих по y в квадрате, dx, dy. Равно, ну, понятно, что получается, сейчас объясню, почему получается та же, как и в предыдущей задаче. Посмотрите, да, это интересно. То есть получается, что элемент площади у нас такой же, как и в предыдущей задаче, видите? То есть там было вот такое выражение, и здесь, очевидно, мы получим его же. Хотя сами поверхности, казалось бы, разные. Да? Z квадрат равно 2xy там, и z квадрат равно, где у нас? Z квадрат равно x квадрат минус y квадрат здесь. Но дело все в том, что это на самом деле одна и та же поверхность. Поверхность z квадрат равно 2xy получается из поверхности z квадрат равно x квадрат минус y квадрат просто поворотом в плоскости xy. Да, просто поворотом на угол π на 4 в плоскости xy мы преобразуем одну поверхность в другую. Ну, понятно, что при таком повороте элемент площади меняться ведь не будет при повороте. Да? Вот. Понятно, что он останется тем же, поэтому, собственно, формула для него остается такая же. То есть у нас получается корень из, ну, давайте так, z квадрат плюс x квадрат плюс y квадрат разделить на корень из z в квадрате, но здесь мы уже не можем написать, что это z, потому что z может быть как положительного, так и отрицательного знака. Мы здесь можем написать только модуль z, dx, dy. Ну и еще можно сделать один небольшой шаг. Можно заметить, что сила уравнения z квадрат равно x квадрат минус y квадрат здесь при подстановке в числителе что-то сокращаться будет. Да? Останется у нас под корнем 2x квадрат просто, а x, в свою очередь, величина неотрицательная. Поэтому получается, что это корень из 2 умножить на x разделить на модуль z dx dy. Теперь давайте вернемся к нашему поверхностному интегралу, которых у нас уже две штуки. Димит, вы хотели спросить что-то? Да, я хотел спросить еще раз переход. Почему у нас корень из 2 на x? А смотрите, вот сюда z квадрат подставьте, пожалуйста, из уравнения поверхности. Z квадрат равно x квадрат минус y квадрат. А почему без модуля? А потому что x больше или равно нуля. Ну, можно посмотреть на картинку, скажем. А. Вот. Ну, давайте, наверное, на следующем слайде уже, потому что здесь это выражение обещает быть длинным, да? Вот, поэтому давайте распишем его уже на следующем слайде. Значит, равно, вот сюда перехожу, равно. Значит, оба интеграла, это будут интегралы по множеству g, но в одном случае я должен подставить z равно плюс корень, а в другом случае я должен подставить z равно минус корень. Делаем. Значит, двойной интеграл по g, x плюс y, плюс корень умножить на ds, да, вот на такое выражение ds. А в другом случае я должен подставить минус корень.
Ну и понятно, что при этом тут что-то будет сокращаться, видите? То есть вот вся эта часть, связанная с корнем, сократится, а наоборот, часть, связанная с x плюс y, удвоится. Да? То есть в итоге можем написать, что это равно 2 корень из 2 вынесется наружу, и будет двойной интеграл по множеству g x плюс y умножить на x, разделить на корень из x квадрат минус y квадрат dx dy. Ну и дальше возникает вопрос, в каких переменных вычислять этот интеграл. Ну, видимо, мы его будем считать в исходных декартовых координатах, в исходных переменных, но для этого нам придется разбить наш интеграл на две части, очевидно, да, потому что верхняя и нижняя границы имеют разные уравнения на промежутке от 0 до 1 и на промежутке от 1 до 2 по x. Вот. В соответствии с этим я должен представить мой двойной интеграл в виде повторного следующим образом. Значит, 2 корень из 2. Здесь будет интеграл от 0 до 1 dx от интеграла в пределах от минус x до x по y. Ну, от всей этой подинтегральной функции. Хотя, честно сказать, вот этот множитель x можно было бы вынести уже. Ну ладно, пусть будет, раз он уже здесь остался. dy. И плюс 2 корень из 2 на интеграл от 1 до 2 dx от интеграла по y. Значит, смотрите, y это у нас плюс-минус корень из 2x минус x квадрат, да, поэтому получается, что здесь минус корень из 2x минус x квадрат, а здесь плюс корень из 2x минус x квадрат. То же самое выражение. Ну и теперь давайте вычислим внутренний интеграл по y. Давайте просто вот такой интеграл запишем. Интеграл от минус a до a x плюс y разделить на корень квадратный из x квадрат минус y квадрат dy. Ну, пользуюсь тем, что вот этот множитель x как постоянный множитель мы здесь можем вынести за знак внутреннего интеграла. Давайте разобьем этот интеграл на 2, то есть представим его как интеграл от минус a до a, x dy, разделить на корень из квадрат минус y квадрат, плюс интеграл от минус a до a, y dy, разделить на корень из x квадрат минус y квадрат. Мы можем заметить, что второй интеграл, как интеграл от нечетной функции в симметричных относительно нуля пределах, будет равен нулю. Вот. А в первом интеграле мы сейчас заменим, мы сейчас вынесем за, ну, может даже ничего не выносить. Вот, ну, понятно, этот x выносится, а дальше у нас получается табличный интеграл просто сразу, да, получается арксинус. Это будет арксинус от y делить на x в подстановке от минус a до a, но, понятно, подстановка у нас по y. Вот. И выполняя подстановку, мы получим, что это 2x на арксинус a, деленное на x. Ну и теперь вот этот результат мы с вами два раза используем в одном и в другом интеграле. Видимо, я должен опять же перейти на новый слайд. Вот у меня кружочка еще не было здесь, поэтому давайте сейчас я кружочек нарисую. Равно 2 корень из 2 интеграла от 0 до 1 x там был, помните? Вот этот x, который мы пока не трогали. Далее, вот этот интеграл внутренний по y, есть частный случай того, что мы только что считали, при a равном x. Мы должны взять a равно x. Получается 2x
2х арксинус единица, да, dx. Плюс второй интеграл, здесь x от единицы до 2, значит, тоже множитель x умножить на 2х арксинус, а здесь в роли а у нас будет вот такой корень. Вот. Ну, не могу сказать, что этот интеграл обещает, ну, что он выглядит просто. Второй интеграл. Понятно, что первый интеграл совершенно элементарен. Вот второй интеграл, пожалуй, выглядит довольно сложно, и нужно подумать еще, как бы мы могли его посчитать. Ну, я повторюсь, что в этих задачах у нас нет цели досчитать до конца, и задача, приведенная к вот такому виду, считается ответом, да, то есть в таком виде, естественно, тоже можно оставить. А есть ли вопросы по этой задаче? А, можно, я к двойному интегралу переход не понял, как мы сделали. Вопрос. Ну, точнее, dx, dy, а, ладно, все, я понял. Смотрите, просто взяли и подставили, тут как бы ничего особого иного нет. Но еще мы должны держать в голове, что в одном случае z берется с плюсом, а в другом случае z берется с минусом. Вот и все. Все, я понял. А как записать условия того, что мы лежим внутри конуса? А, ну смотрите, вот я как раз про это как бы неявно сказал. Вот у нас есть конус x квадрат плюс y квадрат равно 2x. Соответственно, мы можем привести этот конус к такому виду, что, извините, конус внутри конуса, а где внутри конуса? Здесь есть внутри цилиндра. Внутри конуса. Да, внутри цилиндра, извините, пожалуйста. Да? Вот, значит, давайте приведем это уравнение к такому виду, чтобы было понятно, что это цилиндр, то есть 2х перенесем, то есть мы можем переписать его вот так. X1 в квадрате, x минус 1 в квадрате плюс y в квадрате равно 1, да? Вот теперь понятно, что это цилиндр параллельной оси, сейчас неудачно нарисовал, хотя нет, нормально. Вот, нет, все-таки неудачно, эх. Вот, ось x на оси x лежит так, вот так вот лежит эта самая окружность. Вот у нас еще ось y тут присутствует, естественно. Я всегда стараюсь рисовать правую систему координат, как вы, наверное, заметили. Вот, x, y, ну и, соответственно, вот он цилиндр, да, он проходит вот так вот, касаясь оси z, вот. Ну и понятно, что условия, ну, вот это уравнение задает сам цилиндр, а условия того, что мы находимся внутри цилиндра, соответственно, вот выглядит так же, как условие того, что мы находимся внутри круга. То есть, ну, неравенство меньше либо равно единице будет. То есть, плюс y квадрат меньше либо равно единице. Вот так, да? Да, понял, спасибо. Так. Я уже забыл, какая у нас был там номер 4 по внутренней нумерации. Так, номер 5, значит. Номер 5 будет вот такой. Поверхностный интеграл от модуля x плюс y ds, где s – это поверхность, называемая геликоид, ну, точнее говоря, часть геликоида. Она задана следующими параметрическими уравнениями. X равно u косинус v, y равно u синус v и z равно v, где u пробегает от 0 до 1, а v пробегает от 0 до 2π. Как себе представить наглядно поверхность геликоида? Ну, можете представить себе винтовую лестницу, только там вместо лестницы сделан пандус. Понимаете, да, наклонная плоскость, закрученная спиралью. Вот это, собственно, есть геликоид. То есть геликоид – это поверхность винта, винт. Геликоид. Ну, я позволю, наверное, себе не рисовать, потому что я вот на предыдущей паре нарисовал, и, по-моему, это получилось еще хуже. То есть лучше попытаться это себе представить, вот, чем смотреть на тот рисунок ужасный, который я могу сделать к этому. Так, теперь давайте
воспользуемся тем, что поверхность задана параметрически через U и V, то есть U и V у нас будут координатами, выразим элемент площади через координаты UV. Для этого мы должны посчитать dx по du, ну где x это вектор, d вектор x по du и d вектор x по dv, ну то есть продифференцировать каждый из этих, ну продифференцировать этот вектор по u и v. Значит, дифференцируем по u, получаем косинус v, синус v 0. Дифференцируем по v, получаем минус u синус v, u косинус v и единицу. Ну и теперь для элемента поверхности, для элемента площади мы имеем по общей формуле, да, то есть это корень квадратный из модуля dx по du в квадрате на модуль dx по dv в квадрате минус скалярное произведение этих векторов также в квадрате умножить на du dv. Вот, по этой общей формуле мы получаем вот что. Смотрите, модуль dx по du просто единица будет равен, правильно? Единица умножить. Модуль dx по dv это будет, ну, квадрат модуля. Это будет u в квадрате плюс 1. Соответственно, здесь пишу u в квадрате плюс 1. Ну, а скалярное произведение, можно заметить, будет равно нулю. Скалярное произведение будет равно нулю. То есть геометрический смысл в чем заключается того, что вот это скалярное произведение равно нулю? В том, что координатные линии, то есть когда вот на эту винтовую поверхность, на поверхность геликоида, нанесем соответствующие координатные линии, то есть которые соответствуют u равно константе, да, v равно константе, вот координатные линии нанесем, то они в точках пересечения будут перпендикулярны, да, ортогональную сеть будут образовывать. Вот. То есть это геометрический смысл того, что скалярное произведение вот это равно нулю. du dv. Ну и теперь, возвращаясь к нашему поверхностному интегралу, мы его перепишем, подставив в него, значит, интеграл по области g. Собственно, g – это вот такой прямоугольник получается, да, это область в плоскости параметров. Сюда подставляем x, y, значит, u на косинус, простите, что я пишу, u, я подставил u. U на косинус v плюс u на синус v по модулю ds, то есть на корень квадратный из u квадрат плюс 1 du dv. Ну и мы видим, что у нас получается так. Равно. Давайте этот интеграл сведем к повторному. Ну, пусть у нас будет снаружи интеграл. Тут абсолютно не важно, да, в каком порядке. Пусть будет снаружи интеграл от 0 до 1 по u. Значит, если по u, то мы все, связанное с u, можем туда вынести. Все, не зависящее от v. То есть u на корень из u квадрат плюс 1 du получается, да? Умножить на интеграл от 0 до 2 π. Модуль косинус v плюс синус v dv. А когда мы вот так вот u выносим, мы не теряем знак? А дело в том, что u положительное число, смотрите. А, опять, да, все увидел. То есть давайте даже про это напишем, да? U больше либо равно нуля у нас. U больше либо равно нуля, поэтому вот так получается. Ну и далее, понимаете, да, что мы свели все дело к вычислению двух однократных интегралов. Правда, здесь стоит между ними значок умножить. Ну ладно, на самом деле они очень простые. Давайте я немножко хотел сказать насчет второго интеграла. Второй интеграл, даже, наверное, давайте его отдельно запишем. Вот такой вот интеграл я хочу посчитать. Сначала давайте я напомню. Я напомню вот такой интересный факт, что если мы вычисляем интеграл по периоду от периодической функции, то при этом мы можем сделать сдвиг, то есть
этот интеграл сохраняет свое значение вне зависимости от того, где именно мы возьмем отрезок длины 2π. То есть мы можем взять любой отрезок по длине, равный периоду нашей функции. Да? То есть любой отрезок от а до а плюс 2π. Вот, поэтому интеграл от вот этот вот второй, то есть первый как бы он совсем очевидный, а второй чуть менее очевидный, да, посложнее. Поэтому вот в этом втором интеграле я буду действовать следующим образом. Но пока я ставлю от 0 до 2π, я запишу, ну давайте пока оставлю как есть, косинус v плюс синус v dv, запишу сумму синуса и косинуса, скажем, как просто синус, сдвинутый по фазе. Значит, от 0 до 2π корень из 2 умножить на модуль синуса от v плюс π на 4 получается, да? От v плюс π на 4. Ну, для этого нужно помнить формулу для синуса суммы. Вот. Ну, можно проверить, что получается действительно так. А дальше я замечу, что в силу предыдущего, поскольку функция периодическая, то я могу этот интеграл записать по другому отрезку, по отрезку, скажем, от минус π на 4 до 7π на 4. Да, я сделал сдвиг на π на 4 назад, с тем, чтобы вот здесь плюс π на 4, получилось тоже то, что было. Вот, от модуля синуса v плюс π на 4 dv. Ну, а дальше я могу взять новую переменную t, равную v плюс π на 4. У меня получится просто корень из 2 интеграл от 0 до 2π модуль синуса t dt. Ну, и понятно, что это будет 2 корня из 2 на интеграл от 0 до π синус t dt. А интеграл синус t на промежутке от 0 до π – это 2. Да, поэтому получается 4 корня из 2. Вот. Это второй множитель вот такой. Ну, а первый множитель там совсем простой интеграл. Понятно, как он считается. Но тем более, что мы пользуемся нашей договоренностью. И обычные однократные интегралы по отрезку мы имеем право не вычислять. То есть формально используя эту договоренность, можно интегралы в таком виде тоже оставлять, понятно, да? Потому что у нас здесь произведение обычных однократных интегралов. Если бы здесь была зависимость от u, понимаете, да, если бы здесь была зависимость от u, то мы бы не могли, мы должны были посчитать один интеграл, внутренний интеграл посчитать. Но в данном случае зависимости от u нет. То есть это просто произведение обычных однократных интегралов. Есть ли еще вопросы по пятой задаче? А вот это произведение dx, du, dx, dv, почему 0 равно? Произведение... А, вот это? Почему 0 равно? Потому что это скалярное произведение векторов. Ну, то есть сумма произведения соответствующих координат векторов. Смотрите. Ладно, хорошо. Да, скалярное произведение. Сумма произведения соответствующих координат. То здесь у нас получится минус u косинус v синус v плюс u косинус v синус v. Да? Да, вижу. Так, и шестую задачу, еще одну я бы хотел, по крайней мере, начать. Она будет немножко сложнее. Вот такая она у меня. А поверхностный интеграл от суммы y плюс z ds, где s... Давайте я прочитаю, потому что я это не смогу сейчас записать сразу. S – это лежащая в первом октанте часть поверхности, полученной вращением вокруг оси x арки циклоиды. Значит, я пишу уравнения, которые определяют циклоиду. Т принадлежит от нуля до 2π. Вот. Значит, нам нужно построить эту кривую, закрутить ее вокруг оси x, и вот из этой поверхности взять часть
взять часть, соответствующую первому октанту, то есть там, где все координаты положительные, да, первый октант, там, где x, y, z больше нуля, и по части поверхности соответствующей, да, по части поверхности вычислить этот интеграл. Давайте начнем по порядку. Нарисуем вот эту кривую. Ну, если заранее не знать, как она выглядит, то можно сделать следующие шаги. Давайте построим зависимость x от t. Построим зависимость x от t. Вначале, ну, вообще можно заметить, что поскольку t больше, чем синус t, то x больше нуля, и производная тоже всегда неотрицательна, значит, x монотонно возрастает. В окрестности начала координат, если мы подставим разложение по формуле Тейлора, синус t, да, это t минус t в кубе делить на 6, то в окрестности начала координат у нас получится, что, значит, если t стремится к нулю, то x это a умножить на t в кубе делить на 6. Да? То есть в окрестности начала координат x от t ведет себя как кубическая парабола. Ну и далее мы можем понять, что у нас тут вот будет прямая x равно t. Вот где-то будет точка 2π по оси t, где-то будет точка π. И вот на этом промежутке от 0 до π у нас будет график находиться под прямой x равно t, а дальше он будет находиться над прямой x равно t, но и, очевидно, будет симметричен. Да? Вот здесь мы с горизонтальной касательной снова придем в точку, соответствующую при t равном 2π. Значит, это зависимость x от t. Ну и аналогичным образом я могу нарисовать зависимость y от t. Ну, это будет даже проще. Видно, что здесь будет минимум, здесь будет 0, вот здесь будет максимум, ну и сюда мы снова придем вот так, с нулевой производной. Вот, поэтому получается вот такая вот зависимость. Ну, то есть это просто график косинуса, на самом деле, да, подвинутый. Ну и соединяя вместе эти два графика, мы можем нарисовать зависимость y от x, параметрически заданную такими уравнениями. Она будет выглядеть вот так. Смотрите, в окрестности начала координат, значит, здесь при t, стремящемся к нулю, y ведет себя как a умножить на t квадрат пополам, а при t, стремящемся к нулю. То есть для зависимости y от x мы получаем в окрестности начала координат, значит, при x, стремящемся к нулю, мы получаем, что y ведет себя как x в степени 2 третьих, да? Y равно x в степени 2 третьих, ну, там, с точностью до постоянного множителя. То есть мы выходим из начала координат, мы выходим вот так. X в степени 2 третьих. То есть это полукубическая парабола, да? Так, полукубическая парабола, так называемая. Но нам правая часть, правая полуокрестность нуля не нужна. В смысле, наоборот, левая полуокрестность не нужна, только в правой полуокрестности. Вот. Ну и дальше мы видим, что с ростом t y достигает максимума при t равном π, а x монотонно возрастает. Да? Поэтому y, короче говоря, будет вот так. Да? Вот так получается. И сюда мы снова приходим с вертикальной касательной, вот в эту точку. В точку x, значит, здесь x чему будет равно? X будет равно 2πa. Вот, а здесь будет у нас в центре, то есть в точке πa будет максимум. Ну, а теперь смотрите, что мы должны сделать. Мы должны взять эту кривую. А, ну да, я еще не сказал, что при периодическом продолжении, что у нас будет происходить, получается, да, при периодическом продолжении она будет вот так себя вести, да, то есть вот следующая арка, вот и так далее. Мы должны взять эту кривую, вот эту арку циклоиды, и закрутить ее вокруг оси x. Но при этом, конечно, нам придется перейти в трехмерном координатам. У нас ось y уже есть, но давайте введем вот таким вот образом
ось Z пусть будет направлена. И в системе координат x, y, z у нас получится поверхность вращения. Да? Получается поверхность вращения. Значит, у нас получается поверхность вращения вокруг оси x. Соответственно, я введу цилиндрические координаты, связанные с осью x, для описания поверхности вращения. Да, то есть если есть поверхность вращения, то разумно вводить цилиндрические координаты. Они как раз для этого и предназначены, в скобках заметим. Вот, а ось x, поэтому x – это просто x, y – это r косинус φ, z – это r синус φ. Ввел цилиндрические координаты. Далее, а как соотносятся x, y, z с исходными x и y? Куда нам девать уравнение циклоиды? Смотрите, фактически получается, что когда мы закрутили эту кривую вокруг оси x, то, что для нас было раньше y просто, стало r в цилиндрических координатах, правильно? То есть мы получаем для циклоиды в этих координатах вот такие уравнения. X равно a на t минус синус t. Y равно, простите, не y, а r. R равно... R будет играть роль y. Да? R – это a на единица минус косинус t. То есть поэтому в итоге получается, что наша циклоида, извините, не циклоида, а поверхность S оказывается задана параметрически следующей системой уравнений. X равно A на T минус синус T. Y равно A на единице минус косинус T на косинус φ. Z равно а на единице минус косинус t на синус φ. Где параметры t и φ мы должны выбрать в соответствии с нашей задачей. То есть t, получается, принадлежит промежутку от 0 до 2π, а φ в соответствии с нашим требованием, что все происходит в первом октанте. То есть y и z должны быть неотрицательными. Соответственно, φ от 0 до π пополам. Да? От 0 до π на 2. Вот. То есть вот эти два последних условия задают множество g. Это область в плоскости параметров. В роли параметров выступают углы t и φ. Ну а дальше мы должны посчитать элемент площади в координатах t-фи. То есть мы по t и по фи должны дифференцировать. Ну и подставить это в интеграл. Ну, попробуйте это сделать самостоятельно. Если что, в пятницу консультация. На этой неделе она точно будет. Вот, я тут некоторое количество задач пропустил. Ну и в том числе шестую тоже расскажу до конца. Так, вопросы, пожалуйста. Так, ну тогда на этом все. Владимир. Спасибо, до свидания. Пожалуйста, всего хорошего. До свидания. До свидания. До свидания.